Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Руфь и Ноэмин. Ноэмин же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною?» Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей и возвратилась к народу своему. А Руфь осталась с нею. Ноэмин сказала Руфи: «Вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, а твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Ноэмин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестал уговаривать ее, и шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.